имя, отчество, должность. Еще где-то имеешь? Нет, все. Спиной повернись. Да, там все время. Сзади. Инвалидность у меня с документами. Всех убить, кого всех убивать собрался? Какой ты города? Мариуполь. Звать тебя. Один. Эти стороны. Побыстрее. Да. Какой ум? Вот так, Владик. Что за крест? Картинки такие символичные. На ногах, на ногах есть? А? На ногах есть? Есть. Что? Нацистская символика, корона. Там... Вообще без нацизма. А что, мультики такие? Такие же мультики. Все, одевайся. Подожди. На месте. Профиль Гитлера, окруженный надписью «Мой дедушка – австрийский художник». Что характерно, полиция, инспектор матча и чиновники Федерации футбола в очередной раз подтвердили, что нацизма в Украине нет. Украинские ультрас были одной из движущих сил госпереворота, боевиками Майдана и даже удостоились за это публичные похвалы от президента Порошенко. С тех пор нацистская символика, портреты Бандеры, руны всех мастей, а также антирасистские